От Луки, глава 7, стих 11-18. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог поселил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности, и возвестили Иоанну, ученики его, о всем том. На картине воскрешения сына Наинской вдовы изображена сцена встречи Иисуса Христа с молодой вдовой из Наина, которая недавно потеряла сына. Христос вернул юношу к жизни, и женщина стала на колени перед ним в знак благодарности. Главная сцена разворачивается в интерьере с внушительной колоннадой, где персонажи наблюдают за волнующими событиями. Вдова и ее подруги одеты в пышные наряды, и освещение их фигур Христа и навевает ощущение праздника и удивления, резко контрастирующими с ночным траурным небом на заднем плане. В нижнем левом углу картины изображен молодой человек, который только что воскрес, но еще погружен в этот мрачный свет. Художник в своей живописи прославляет идеалы и мир венецианской аристократии, одевая свои персонажи и размещая их в сценах, которые имеют много общего с театральными представлениями. С помощью такого приема, как изображение только части парапета, где люди толпятся возле Христа, и частичного изображения персонажей снизу, со спины, Веронезе достиг успеха в создании иллюзии участия зрителя в действии. В конце 60-х годов 16 века расцвет мастерства живописца. К этому времени он приобрел известность не только в Венеции, но и за пределами ее. Крупные заказы поступали в огромном количестве. Творчество Веронезе как блестящего декоратора достигло своих вершин. Его часто приглашают расписывать дворцы и виллы. Во многом его популярность объясняется тем, что Паоло был первым художником, который задумался о соответствии своих произведений архитектурным особенностям зданий. Работая в технике фрески, он с большим вкусом и знанием дела помещал свои картины в интерьер. Благодаря этому живопись и архитектура великолепно дополняли друг друга и выглядели как единое целое. Практически все картины Паоло Веронезе, даже те, которые были написаны по мотивам евангельских сюжетов, носили подчеркнутый светский характер. На картинах художника отражено все великолепие и пышность современной ему Венеции, роскошь перов, нарядов, пристрастие венецианцев к праздникам и веселью. Однако искренняя симпатия живописца ко всему этому и его жизнелюбивый талант чуть было не стоили ему жизни.